Конец времен происходит у каждого человека тогда, когда он выходит за границы времени. То есть он тогда попадает в вечность. Понимаете? То есть надо сначала развиться до этого состояния. А это происходит не одномоментно. На это дается время. Время пути. Мы-то где сейчас находимся? В пути. Вот когда вы свой путь закончите, горизонт догоните, выйдите за пределы этого горизонта, вот тут вас можно будет поздравить, потому что там времени нет, там начинается вечность и бесконечность. Она касается каждого, кто находится в этом пространстве, и вне вас, и внутрь вас. У вас все перестроится, перестроится ваша ДНК, перестроится состав этой молекулы, и все будет по-другому. То есть будет норма, но норма будет уже совсем другая. Группа сейчас семинар проводит в центральном офисе издательства «Культура». Вот и они выходят тоже с нами на связь. То, что сейчас вы показали по строению позвоночника, оно очень помогает. В плане того, что не только дает как бы возможность кальций образовывать, да, в позвоночнике. Но еще хочу сказать, что возле позвоночника там же нервы идут, они отходят. И когда эти щеточками прочищаешь, то иннервация, она как бы идет вот в организм по ребрам, и получается облегчение. Вот. И вот эта вот чувствительность именно получилась очень прям знаковая, прям у меня было как бы поскребывание в этих самых под лопатками, и это сразу ушло. И особенно очень хорошо помогло, вот как вы говорили, масло эвкалипта и святой воды. Это прям видно, как оно стекает по всем и нормализует. И вот эта боль или как бы такое вот давление было, оно ушло. Поэтому огромное спасибо, благодарю вас. Спасибо вам. Огромное вам, пожалуйста. Так, еще кто-то. Здравствуйте. Меня зовут Ярослав. Тоже было видение перед началом работы с позвоночником. Увидел воду, гладь воды, вода слева и справа, посередине волнорез. Он был природного происхождения, из камней. И уходил от моего взгляда к горизонту. Вот, а потом, когда мы уже концентрировались на работе после текстов, увидел, что этот позвоночник, ну, позвоночник, получается, у меня, был слева направо на экране видения, слева направо, форма была у него неправильная, и он был серого цвета. Вот, я понял просто, что это позвоночник. Вот, справа, с правой стороны, в него стали заходить сверки, они были... Ну, просто они как будто переходили от позвонка к позвонку. Вот. И дальше увидел картину, что он у меня уже не слева направо стоит, а сверху вниз, получается, изменил положение. Вот. И увидел, что эти сферки стали фиолетового цвета и стояли у каждого позвонка. То есть они как будто окружили каждый позвонок. Вот. Затем картинка сменилась, и сверки фиолетовые пропали. Вот. Но... вроде бы на секундочку появились сферки золотые, и они сразу моментально впитались в межпозвоночное пространство. И я увидел, что позвонки стали не серые и неправильной формы, а идеально правильной формы, белого цвета, ну, как вот кости выглядят. И между ними вот как раз вот золотое, вот междисковое пространство было золотого цвета. И почувствовал, что позвоночник как будто он стал... но гибким, таким здоровым. Благодарю. Спасибо.
Хочу добавить, действительно, вот у меня сейчас поясница настолько такая легкость, что сработало просто здорово. Ну, собственно, позвоночник человека – это и есть посох отца. Мы поэтому посоху, когда все приведем в порядок, и как раз и будем переходить в другие пространства и в другие времена –